Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся считать площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге. Итак, площадь треугольника считается по формуле S равняется A умножить на H и поделить на 2. Итак, давайте разберемся, что такое A. А – это основание. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. 8 клеток, и это А. Значит, 8 умножаем на высоту. Высота проводится из верхней точки к основанию. Две клетки, это H. То есть умножаем на 2 и делим на 2. Двойки можно сократить, итого ответ 8.